Нихера себе. Судачок. Не ходи, сынок, в лесу кардинова. Там и злой медведь, там и лютый волк. Бур опять меня не бурит. Ты страшен, медведь, не волк. Медведь мой дядька, волк мой браток. Что-то есть. Ого. Вы что, дебилы, суп на рыбалку взяли? Вот так вот ящик выглядит. Сидишь на таких. Кажется, на таких штырях сидеть ты будешь. Я отработал, как всегда. Я на тебя плачу, дяди. Сколько будут плакать, дяди. Уже она не льет горьких слез. Боже, поможет детям без батей. Друзья, всем привет! Всех с прошедшими новогодними праздниками. Давно у нас не было видео по причине того, по двум причинам. Первое, это у нас наступило глухозимие, и рыба совершенно не хочет клевать ни в какую. И вторая причина, это что я до сих пор без колес. А это причина такая немаловажная, так сказать, так как на велосипеде уже зимой особо не наездишься. Была у нас такая с Лехой поездочка на велосипедах. Ну, в общем, посмотрите ее сперва. Друзья, всем привет. Сколько раз я зарекался не ездить на рыбалку на велосипеде зимой. И вот опять стоит мороз, идет снег. Но здесь вот снег не так видно, потому что встал вот здесь вот между деревьев записать звук, потому что ветер сильный. Идет снег, и мы опять едем на велосипеде. Алексей опять меня вызвал на рыбалку. Я его поддержал, он собрался на велосипеде. Я хотел вообще дома остаться. Он говорит, типа, поехали. А? Это же спорт. Спорт, да. Это похудание. И так веса нет, это вообще сжигание веса. И сегодня мы едем в эту погоду половить карася зимой. Говорят, что у нас уже пошел карась. Хорошо, вот так сейчас попробуем, проверим. Будет, не будет. Я знаю, там друг карпа вытащил. Вот там вставочка, вот здесь вот фотка будет. Вот такие вот карпы клюют, так что попробуем, может, что будет интересно. Дышать нечем, сил нету, так что едем дальше. Вот за такой красотой, ребята, мы и едем. Кайфово, снежок идет, все заснежено. А, все, рук я не чую. Сейчас согреться, газ замерз, горелка не горит, ни хрена. Сейчас, пока горелку разжигал, газ скопился, не разгорелось. Как парень бабахнет, у меня штаны загорелись. В общем, Руслан, пока он ловил на мормышку, но получается, может, была поклевка карася, и получается, ему щучка срезала. Сейчас попробовать на балансир. Сейчас как балансир, я сегодня не попробую. У тебя уже получается. Второй сход. Второй сход. Да ёп. Вот, друзья, первый карась попался. Вот такой, ну такой неплохой карасик. Пойдет. Загнул прям мормышку. А что было-то? Удар, я тебе говорю, блядь. Ну щука что ли? Да, кто же, ёп. Это мне уже нравится. Что-то вас одним, блядь, чуть-чуть ударит. Нихера себе. Судачок. Вот это, Лёха, ты даешь. Ты ещё судака не ловил, да, никогда? Никогда не ловил. Офигеть. А может и судак крупный поди срезал, да? Может быть. А клычки есть, что ли, да? А? Клыки есть? Какие у него нахуй клыки, он мелкий ест. А, вон клыки, смотри, мелкие. Да. Не, мне говорили, но я не верил. Вот что значит. Кто первый приехал, того и рыба. Достает и достает. Ну все, оставим. Сколько? Такой тулов. Один и вот второй мелкий. Ловим вот в таком коряжнике. Лёх только бегает, лункет, отбивает отцепом. В той лунке отпустил, в этой отпустил. А еще одна, прикинь. Там... А? Сверху еще одна. Еще одна коряга? Такой вот коряжник. И вот только здесь вот коряж клевал. Мы уже вот поздно приехали, ну к обеду мы приехали. А Руслан вот здесь все делал, с утра, получается, у него поклевки были, вот он наловил. А мы сидим, ну ни хрена ничего. И вот такие вот клычки заматывают. Вот такие вот.
Я не знаю, как мы домой сейчас поедем. У меня руки, блядь, я рук не чую. В палатке-то мы еще когда приехали, все это мокрые были. У меня прям насквозь все это. Я говорю, Лехе, не поедем. Он говорит, там сейчас карась идет, дурак. Карпы. Я говорю, Лехе, поехали домой. Леха, давай еще. Говорит, давай с ночевкой. Еще лямку оторвал на рюкзаке. Вырвал вообще. Наложишь всякой хрени. Что нахрен не надо? Теперь вот так вот Леха мне связал он. Все, рыбалка закончена, домой едем. В итоге мы собирались ехать на следующий день, но нам первый раз захватило, и мы уже больше не захотели туда ехать, потому что это просто жесть. Дима уехал на велосипеде, кто ездил, тот знает. Было очень много выходов на рыбалку, но они, в принципе, поймать ничего не удается, поэтому и видео нету. В общем, ребят, пришли мы на рыбалку, открыли сезон и столкнулись опять же с такой проблемой. Решаем пробурить лунку, но бур стоит на одном месте. Бур опять меня не бурит. Что делать? В итоге приходится сейчас идти опять домой со вторым буром, за батином, благо бать дома. Хотя лезвие ничего не сколотые. Ну как-то затупились. Каким образом, хрен его знает. Вот эти буры пошли. Еще косяк такой, что лезвие должно выступать за края бура, а здесь она выступает из-за лезвия. Вот если пальцем видать. Вот такой косяк вот. А да, и на пруду еще народу совершенно нет. Сегодня 5 января. И, видимо, все еще отмечают праздник. Лучшие рыбаки Спас. Толян Милешкин. Вы что, дебилы, суп на рыбалку взяли? Мы еще подкормку рыбе сделали. Смотри. Смотри, подкормку. Суп на рыбалку взяли. И подкормку. Вот так вот ящик выглядит. Нихера, Санька там. А ты чем его бил ты? Обоими что? Такими обоими. А что это такое? А? Брат какой-то. Рыбалка. А это зачем штырить-то? Это не я, это мой брат. А ты сидишь на таких? Кажется, на таких штырях сидеть ты будешь. Он прямо на них и сидит. Да? Нет, я вот сюда сажусь. Вот тут ты, Санёк, рыбак. Пойдем. А мормышка кину, покажи. Набор мормышка свой. У меня одна. Одна у тебя? Да. И одна блесна, да? Нет, две. Ну, вы блатные. Да. А я прям только опустил, сразу поклевку была прям. Вон Тиман опять тащит. Эх ты. Вообще малек. Также были выходы и до Нового года, и после Нового года. Но как бы особо заснять ничего не удавалось. Вот вам еще выезд перед Новым годом. Как раз морозы ударили, мы выехали втроем, Диман. В общем, два Димана и я. Привет, ребята. Едем вот на совхозный пруд. Вот у нас красота. Мороз давит. Минус 17. Ребят, смотрите, какая красотища. Заснежено все. А? Ну выложит все, да? Вот это да. Ребят, такая вот красотища. Все в инии. Потому что мороз сегодня у нас минус 17. 18. Минус 18. Диман, за какой рыбой едешь? За каким? Ты сазана обещал. За трофейным? За трофейным окунем? Если попадется, то и за ним. Если я сегодня сазана не поймаю, я тебя буду винить. Смотри, Диман, если минус 15 сантиметров, будет штраф еще 250 рублей. Да. О.